Внимание! 10 детей от 3 до 17 лет. 4 ребенка, Михаил, Николай, Дарина и самый маленький Григорий, приехали из Донецкой Народной Республики. Валентина и Виктор Заика получили заслуженную награду. И дело не только в пирогах, которые они старательно пекли всю ночь своей большой дружной семьей для тематического конкурса. Воспитание ребенка – это очень серьезная ответственность. И особенно, когда у тебя еще много детей, и дети, те, которые уже взрослые, во взрослом возрасте, естественно, к ним нужен особый подход. И если, тем более, это не ребенок, которого ты растил, ну, с пеленок, так скажем, конечно, это вдвойне груз ответственности накладывает, и это очень большой труд. Сами участники, многодетные родители, говорят, что дети – это счастье. Они и по хозяйству помогут, и пироги испекут, и картину нарисуют. У нас уже и художники есть, вот этот художник, и художники есть, и футболисты есть. Конкурс проводится регулярно. В этот раз в парке «Патриот» более 2000 человек. Каких только сладостей семьи не придумали. Главное условие – пироги должны быть без мяса и рыбы, чтобы не испортились. Для хозяек и детей это не стало преградой. Дом всегда ассоциируется с мамиными пирогами. Поэтому сегодня все наши мамы приехали со своими пирогами. Ребята делились рецептами. Но и самое главное, у нас тема сегодняшних наших пирогов была – это «Моя патриотическая семья». Продегустировать угощение смогли гости праздника. Награды получили 15 многодетных семей. Победители представят Подмосковье на всероссийском конкурсе «Семья года». Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».